Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Сьогодні будемо говорити, як нас збожеволіти в період пандемії разом з психологиною, практично психологиною Юлією Гуртовою. Я вас вітаю. Юлія, розкажіть, будь ласка, ми розуміємо, що під час пандемії, під час карантинних умов усі люди мають такий нестабільний психічний стан. Як це проявляється, у чому і які ж все ж таки основні причини такого стану? Да, действительно, во время коронавируса, хотя мы уже и адаптировались немного к нему больше, чем в марте месяце, но все равно немного сохраняется еще страх, тревога, паника. То есть самое главное, что возникает чувство страха. Страха, что будет, если я заболею, если вокруг меня кто-то заболеет. Да? И получается, что этот страх приводит к тревожным состояниям. Возможно, люди не могут, такое сверхвозбуждение возникает. Или плохой сон формируется. То есть такие вот последствия, которые обычно свойственны тревожным состояниям. Хотя сейчас на самом деле уже больше информации про сам коронавирус, уже много в интернете, в Ютубе можно посмотреть медиков, специалистов, которые грамотно объясняют, что не нужно его бояться и в чем причина, и что делать для того, чтобы минимальные последствия были самого заболевания. Вот. И как-то вот на уровень страха снижается на сегодняшний день из моих наблюдений. Вот. Ну, кто-то действительно еще опасается, и вот тревога заболеть, она что делает? Она человека изолирует из отношений, из контактов, да, люди немного не хотят взаимодействовать друг с другом, где-то, может быть, кто-то хочет замкнуться у себя в квартире, что ведет потом к психологическим уже последствиям, и тогда какие-то вот психологические депрессии могут возникать, ну, то, что связано уже с изоляционными процессами. Тобто можна сказати, що такі два почуття, які викликають цей страх пандемії, це тривога і стрес. Угу. Як же діяти тоді, як боротися з цими почуттями? Это классическая схема, да, с любой тревогой мы выходим из тревоги, из страха, из стресса путем проговаривания. Первое, что самое лучшее, не уходить от друзей, от общения, от контактов, а наоборот общаться. Если очень страшно выходить на улицу, можно общаться в онлайн-эфирах, но лучше, конечно же, прямое, естественное общение с друзьями, единомышленниками, да, то есть с кем можно переговорить. Если не получается выговориться и уровень страха, стресса, тревоги растет, то, конечно, есть специалисты, психологи, которые и нужно пойти к специалисту для того, чтобы этот порог страха не превысил норму уже, да, когда мы начинаем уходить в какие-то фобические проявления. Второе, что очень хорошо помогает, это воздух. Воздух, прогулки, то, что классика, да, необходимо 20 минут быть, минимум 20 минут быть на воздухе. Особенно для тех людей, которые работают дома. Сейчас многие у нас, да, сидят, может быть, в онлайн-работе, и, соответственно, необходимо утро начинать фиксировать, как начинается мой день, что я включился в работу. И вечером, когда заканчивается работа, лучше выйти на улицу и прогуляться. Таким образом зафиксировать мозг, зафиксирует, что день закончился, работа закончилась, и я перехожу в другую стадию. Иначе получается, как день сурка, какой-то непрерывный процесс однообразия, что приводит тоже к психологическим последствиям. Далее, естественно, очень хорошо помогает водный режим и правильное питание. Да, не переедать, максимальная пища, которая не усугубляет, не забирает на себя много внимания, много энергии, да, и для того, чтобы организм чувствовал себя продуктивно. И физические упражнения, которые являются тоже очень важной частью. Может быть, кто-то делает сейчас йогу, я знаю, кто-то медитации. Есть баланс четырех стихий, техника, есть просто физические упражнения. То есть то, что повышает активность и тонус организма. То есть самое главное для нас – это не впадать в состояние
изолированности, да, и в состоянии обездвиживания тела. Тело должно сохранять свою активность, мы должны сохранять свою контактность, потому что все-таки самое главное для психологического здоровья – это социальная часть, да, чтобы мы действительно оставались социально вовлеченными людьми. Плюс для того, чтобы уменьшить степень, если кто-то испытывает степень тревоги, то рекомендую не смотреть новости. Новости, они очень много, или там читать постоянно в соцсетях, сколько людей еще заболели, заразились или еще что-то. Да? То есть посмотрите на реальный мир вокруг вас, и вы увидите, сколько из вашего окружения заболели, как это произошло, как они вышли из заболевания. То есть вокруг меня тоже уже люди переболели, никаких последствий не было. То есть мы смотрим по факту, там, а не из новостей берем информацию. Если кто-то боится, как бы, ну, то есть есть какие-то проблемы со здоровьем, тоже профилактируйте свое здоровье. Это очень важно, потому что ну, мы понимаем, что вирус, он приходит к нам в жизнь, когда мы в первую очередь устаем. Просто устаем, устаем думать, устаем физически, устаем где-то раскручивать негативные мысли, да, то есть и тогда получается мы как будто становимся в вибрациях на одном уровне с вирусом, и тогда он к нам легко заходит. Вот, поэтому для того, чтобы вообще любой вирус проходил нас стороной, лучше всего следить за своим режимом. И тогда получается, что мы не впадаем в состояние утомляемости, да, и тогда вирус мимо нас как-то идет. Плюс еще очень хорошо испытывать энергию, да, то есть вот такую энергию жизни чувствовать. Что дает нам энергия жизни? Любые наши перспективные, может быть, проекты, которые нам хочется запустить, начать сейчас, да, то есть активно делать. Кто-то знает вообще свой, дальновидные люди знают свой путь на 20-30 лет, им некогда болеть вирусами, да, они как будто бы очень продуктивны для себя в жизни. Кто-то увлекается хобби, да, и тогда хобби вызывает этот интерес. Вот чем больше интереса в жизни, тем меньше обращаешь внимание на любое вирусное заболевание. Ми говоримо про те, що треба залишатися соціальними. А чи може такий стан страху вплинути на те, що людина стає більш агресивнішою у взаємозв'язку з іншими людьми? І що робити з цією агресією? Пригнічувати або її якось можна по-іншому кудись направити? Агрессивным человек становится, если он очень сильно начинает бояться, что вирус придет к нему в жизнь. Да? И таким образом это защитный механизм, вырабатывается такое поле границ между мной и любыми людьми, которые могут принести вирус. Да? То есть такая, защищаю, может быть, свою семью, может быть, пожилых родителей, может, еще кого-то. Да? И тогда возникает этот порог агрессивности. Моя рекомендация, то, что мы в нашем центре видим, то на самом деле, ну, поскольку у нас достаточно большой круг общения, много людей, и мы понимаем, что агрессия не обоснована. Те люди, которые заражаются даже вирусом, они выходят из этого состояния спокойно, да, то есть это двухнедельный отдых фактически получается, такой продуктивный отдых, потому что ну, там, 1%, там, например, это совсем такой сложный случай, там еще какой-то процент это заболевание легких идет, а в основном это течение болезни происходит, как 2 недели мы должны побыть дома и просто отдохнуть условно, да, то есть мы, и больше никаких таких серьезных последствий у вируса нет как таковых, поэтому продуктивный отдых сделать в первую очередь нужно для каждому из нас, да, что это такое, это возможно, наконец-то прочитать какие-то нужные нам книги полезные, да, возможно, посмотреть фильмы, возможно, доделать какие-то хорошие дела, которые мы запланировали, давно откладывали, да, то есть очень такое полезное время. А те люди, которые впадают в эмоциональную агрессию, то лучше обратиться к психологу для того, чтобы это просто порог тревожности и стрессовости превысил норму. И поэтому необходима помощь специалиста для того, чтобы справиться с этим ощущением, потому что в первую очередь разрушается сам человек и его организм.
в этом состоянии. Сьогодні таке з'явилося поняття як коронабулінг або ковідбулінг, усі називаються по-різному. Коли людей, які захворіли на коронавірус, дійсно так до них агресивно ставляться, з ними не хочуть контактувати, спілкуватися. Людині, яка захворіла і вона відчуває себе і так фізично погано, ще на неї є такий тиск з боку інших людей, як їй діяти, що їй робити, аби взагалі не піти в депресію, в депресивний стан. Действительно, есть такая реальность. Единственное, что сейчас люди делятся как-то на две категории в основном. Да? Те, кто больше склонен к тому, что не надо изолироваться, да, и спокойно общается с людьми, у которых коронавирус, и те, кто строго входит в состояние изоляции и как бы не рекомендуют людям, которые заболели, выходить на улицу и каким-то образом контактировать с другими. Здесь, наверное, если совсем возникает, вот вы оказались в поле, где все люди вокруг рекомендуют вам не выходить из дома и очень волнуются, что каким-то образом вы можете их заразить, да, то есть это такое агрессивное поле вокруг вас сформировалось, всех вы не переделаете в этот момент, да, то есть поэтому проще всего, конечно, и лучше всего остаться тогда дома и побыть какое-то время на самоизоляции. Вот, если, или, например, в этот период, когда вы на самоизоляции, вы можете пойти на какие-то развивающие программы, курсы, да, то есть именно не пойти, может быть, физически, но там в онлайн-среде, то есть сделать свое время максимально продуктивно. То есть мы знаем, сколько времени, ну вот его вчера только слушала информацию, что возможно там, вот мы обычно ждем, когда ПЦР будет, да, то есть для нас, ну когда он, тест нам разрешит выйти на работу, но на самом деле сама возможность заражения, она намного раньше происходит, чем вообще мы заболеваем, а во время болезни уже мы фактически не заразны, да, то есть есть и такой подход, поэтому здесь все достаточно условно, то есть для того, чтобы не вызывать агрессию людей, если действительно вы оказались в таком поле, то лучше всего просто действительно не ходить в то сообщество, там, где это не приветствуется, да, и сохранять свою продуктивный ритм жизни во время заболевания. А чому взагалі, що спонукає людину, яка не хворіє, а яка все ж таки проявляє ось цей булінг до людей, що хворіють, що її спонукає на такі дії? Если мы говорим, это взрослые люди в основном, если буллинг в школах, там одна ситуация, там люди незрелые, и они не понимают границ, разницы, да. Если мы говорим про буллинг во взрослой реальности, то фактически это больше людьми руководствуется страх просто. Страх действительно, что эта болезнь придет в их жизнь, да, и поэтому они всеми силами хотят отгородить от себя любые проявления вируса в их жизни. Вот. И поэтому у нас появляется такая вот неприятная тенденция, как уничтожение или исключение из общества того человека, который заболел коронавирусом. Дело в том, что здесь, ну, для того, чтобы, если вот те, кто испытывают такие состояния страха, то есть нужно разобраться с этим заболеванием и не через новости, а желательно все-таки со специалистами, врачами, психосоматологами. У нас сейчас есть специалисты, которые у нас в центре есть психосоматологи, которые объясняют, почему, каким образом, да, то есть мы можем попасть под влияние, как выйти правильно из вирусологии, то есть чтобы уже грамотно и действительно много источников, которые дают грамотную информацию, каким образом реагировать и как выходить из состояния вируса до того, как подключается бактериальная инфекция и так далее, да, то есть на начальных этапах. Поэтому если вокруг нас появились люди, которые используют технологии буллинга, то мы их не переделаем, то есть лучше уже тогда исключить, то есть исключить их из своего сообщества, нет смысла дальше, ну, что-то им доказывать. Если у человека, к нам обращается человек, который испытывает страх, и он действительно не хочет, чтобы были вокруг люди с подобным вирусом и заболеванием, то есть и он организует вот эти процессы буллинга, то тогда уже мы, как психологи, можем действительно помочь ему
выявить, что происходит, и перевести его во взрослую позицию, когда он, как взрослый, начинает нормально реагировать на любой процесс болезни другого человека. Хочу також під кінець торкнутися такої теми, як мама, тато, діти, тому що зараз школи на дистанційному навчанні, діти також сидять вдома. От як у цьому випадку діяти батькам, аби також їх дитина повноцінно розвивалася, отримувала якийсь зв'язок з соціумом, і щоб і батьки, скажімо так, не збожеволіли в лапках, і дитина? Да, это очень важный вопрос, потому что дети, для детей онлайн-среда уже все учителя как бы действительно увидели, что и максимально откладывали срок ухода на карантин, да, и сейчас многие школы еще не ушли на карантин, и поэтому, потому что действительно для детей онлайн-образование, когда это возраст социального, социальной адаптации, социального простраивания отношений, то есть фактически, ну, очень вреден для ребенка. Вот, и поэтому во время вот, онлайн-процессов лучше всего с ребенком сохранять контакт в первую очередь. Мы знаем, что сейчас у родителей много разных дел, забот и так далее, и как-то мало времени остается на взаимодействие с ребенком. И поэтому, особенно в этот период, очень важно, чтобы ребенок не впал в изоляцию просто вот внутренне, потому что у детей вообще есть склонность к самоизоляционным процессам. Вот, и поэтому нужно максимально его выводить из, в среду общения, то есть мамы с папами, играете с детьми, да, то есть можно играть в настольные игры, можно выходить на улицу, можно посещать какие-то хобби совместные, да. Далее у детей могут быть какие-то кружки по интересам, и это очень важно, особенно если родители поддерживают эти кружки, то есть совместно как бы перенаправлять ребенка в такое в целевое развитие социальной адаптации, потому что очень много детей, у них есть футбол, театр, там, хоккей и так далее, то есть много важных интересов, которые определяют целеполагание ребенка, да, и поэтому вот как бы вот здесь вот не надо изолировать ребенка, все-таки нужно максимально его выводить в социальное общение и контакты. Ну и самое главное — это действительно создавать самим убирать этот страх. Если родители испытывают страх, то ребенок будет испытывать страх. И поэтому максимально поработать родителям с собой, создать такой продуктивный день, а день строится с утра и до вечера, поэтому мы понимаем, сколько времени ребенок проводит в онлайне, и потом вторую половину дня он обязательно должен выйти на улицу, обязательно гулять, пару часов пробыть вот в таком общении с друзьями, например, и потом уже только садиться за уроки и что-то делать вот под вечер уже. Що ж, я вам вдячна за всі ваші поради, за ваші рекомендації. Сьогодні говорили про те, як не збожеволіти у період пандемії. Допомагала нам відповісти на всі запитання практична психологиня Юлія Гуртова. Ще раз вам вдячні. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!